Всем привет, друзья! Такое у нас солнечное утро сегодня. Ой, ты аристократия, Аслан, приветствую тебя. Привет, привет. Так, детеныши, завтрак. Идемте завтракать, давайте. Аристократия приветствует, Аслан. Так, давай, давай, давай на завтрак. Привет, ребят, всем гигантские приветы. У нас тут завтрак. Ой, ой, ой. Танцует, танцует Кира. Так, Кира, подожди, пока дедушка кушает. Так, давай, дедушка. Кира, пошли. Пошли, Кир. Идем. Кира, давай, иди сюда, Кир. Давай, давай, давай. Давай. Так. Борзые. А это всех контролирует. А Марта где, Марта? Она вместо Альмочки сегодня. Марта на большой территории. Марта спряталась. Миша вон под машиной. Кируш, пойдем. Кира, Кира, ко мне. Кира, Кира, ко мне. Кира, ко мне нельзя. Ой, 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 ой. А ну-ка, Кира. Что такое? Кир, пойдем. Ну пойдем. Ну взрослый, когда кушают, ты зачем им мешаешь, а, взрослым? Подожди. А ну-ка, нельзя. Эх, Кирюша, Кирюша. На нее. Ее выгоняют, а она обратно прыгает. Пойдем. Идем, Кирюша, к себе. Все кушают. А, Ива не дождалась, значит, начала сюда. Все кушают. Марта, Ива, выходи, Марта. Ива, иди сюда. Марта, Ива, на большом дворе. Мартуся, иди сюда. Давай ешь. Марта. Кира кушает. Ива. Так. Марта. Давай, заходи, Марта. Иди, моя девочка, иди сюда, Марта. Заходи. Иди, Марта, заходи. Давай. Иди, Марта, иди сюда. Так. Миша, сейчас тебе. Михалыч, давай сюда иди. А этот... Ну, что-то, видать, каша наелся, скорее всего. А, да, он же ночью сторожит кашу, и в процессе этого дела он пробует. Да, Михалыч очень хороший сторож, между прочим. Дегустатор. Он не охраняет и дегустирует сразу. У него такой процесс, все успевает сразу делать. Так, ребят, значит, мы накормили своих хвостиков. Сейчас мы с Иной поедем, накормим ту девочку, которая... на дороге, и купим ей какой-нибудь препарат. Капельки от блошек. Да, от блошек, да, возьмем ей. От блох, от клещей, да, обработаем сразу и накормим. Так что вот так, ребят, поехали с нами, ребят, поможете.
ребят, заехали в магазин, взяли капельки от блох от клещей и взяли корм. Сейчас и дадим корму, водичку и обработаем от блох от клещей. Так что вот так. Все, погнали, ребят, этой собачки. Ой, привет, привет, привет. Малышарик, радуется, привет, да? Радуется нам. Подожди, подожди, сейчас. Давай. Ты извини, подруга, каша закончилась. Я сварю свежую кашу, перевезу тебе свежее. Пока вот корма взяли тебе. Подожди, подожди. Ты сколько покушала вчера? Ты уже голодная, что ли? Ужас. Кушает с удовольствием, малышка. Она вчера столько еды мне ставили, представляешь, же голодная. Сейчас я сюда водичку налью. Сейчас распределю, подожди, когда я их вот так. Сейчас воды нальем. Так, не бойся, не забирай. Так. Вкусненько какие, вкусненько. Молодец, кушай. Молодец, девочка, кушай. Водичка вон. Сейчас я еще в одну водичку налью, чтобы у него пару этих было, пару мест, где водичку пить. Давайте. Вот так, давай, кушай. Как смешно кушает, легла такая, она у меня как ест. Как ей удобнее так, да? Да. Кушай, малышка, кушай. АСМР-видео. Вкусненько и вкусненько. Так, ну сейчас вот сюда. О, какая. Мусор покидаем. Сейчас закапаем ей капельки от блох, от клещей, друзья. Так, это сюда. Эй, подруга, ты хоть перестань, так тебе неудобнее, нет? Ну кушай, как тебе удобнее. Так, пойду в машину, нож возьму, тогда порежу я. Ага. Сейчас будем. Кушай, вкусно, девочки, вкусно. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Как вкусненько, да? Молодец. Молодец. Давай, сейчас Аслан капельки от блох от клещей принесет. И будем закапывать. Закапаем за ушки. Да? Молодец, девочка. Ой, ты какая красивая. Окрас такой красивый. Друзья, присмотритесь, посмотрите, какая красавица. Присмотритесь, в добрые ручки бы, хорошо бы ей было бы. Хорошо было бы девочке в добрые руки. Давай, давай. Артиста, ешь, 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 ешь. Ешь, 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 ешь. Давай так, спокойненько, ничего страшного. Так, ты ешь. Ешь спокойно, ешь. Не переживай. Спокойно, девочка. Я так покопаю себя здесь. Так ты ешь спокойно. Все, вот так. Ой, как хорошо. Вот так. Ну как хорошо. Капельки закапаем от блох, от клещей. Аппетит хороший, это хорошо, да? Это хорошо, что аппетит хороший. Все. Ешь, ешь, все хорошо, кушай, кушай. Так, шерсть раздвинуть, пока ты шерсть раздвинешь. Молодец, молодец, девочка. Давай. Так, так, вот на твой вес. Какая-то шишка здесь, что это? Все, вот так. Все, давай, кушай. Слушай, подруга, ты с одной мисочки, с другой мисочки. Она так смешно кушает сначала с одной миски, потом с другой. А кучерявенькая нет собачек, да, вам делать интересно. Черненькая нет, исчезла прям куда-то. Ешь, ешь, хорошо ешь. Она боится, что еда убежит и с одной мисочки, и с другой мисочки кушает. Давай водичку попьешь хорошенько. Я тебе еще сейчас... Вот там водичку положу, чтобы у тебя
Сейчас в нескольких местах водичку. Да, чтобы и там, и тут, чтобы действительно могла попить. Молодец, молодец. Кушай, хорошая девочка. Сейчас капельки подействуют, уже тебе поможет. Блошки полегче станет. Да, сбегут блошки, и уже будет хорошо. Смешная девочка. А теперь что, в туалет надо? Да? Куда собралась? Куда? Иди сюда. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди, иди. Куда собралась, малышка, куда? Девочка хорошая, девочка. Куда ты? Вот так, вот так, вот так. Малышка. Ну что, подруга, ты наелась, а? Ты наелась, тогда мы поехали, да. Что ты так жадно ела? Ты же вчера сука покушала. Вчера мы тебя хорошо покормили. Почти целое ведро ты съела, а? Ну ешь, ешь. Конечно, ты голодала, ешь, ешь. Давай. Завтра опять приедем. Внимательно смотрит на телефон, как будто знает, что ее снимают на видео, да? И звезда, звезда. Вот такие дела. Мы приедем завтра. Давай. Папа сварит свежую кашу и кашу тебе привезет свою волшебную. Да? Да, будет ждать, девочка. Будет ждать. Ну все. Давай, пока. Поехали мы, ребят. Пока всем. Пока, подруга. За водичкой пошла. Молодец. Сейчас водичка, еда. Все есть.